Саш, где они? Я откуда знаю, сейчас написал, спросил. Сейчас нас сметут просто волной. А ну не ссай! Соберите просто тряпки. Врывается тип на коне. Хренакс по нам шар. А, вон они все стоят. Все, я вижу. Вперед просто идите, они вон в деревьях. То есть мы атакуем, да? Да. Ну поехали. Керама куда-то побежал. Что смог, то сделал. Вот, у них варвары правильно делают. Готов. Вливают по магам дамаг. Я бать там просто. Да их много сильно, что у нас вообще много. Их немного. Ребят. Встаем в городе. Вон да. Они. Врыв идет. В стороны. Просто, блядь. Кстати, даже не успел. Блять, и нахуя им контроль даю, спрашивается. У них вальки правильные. Тучку ушел, молодец. Растянулись, растянулись. Все умерли. Так, ребята, опять какая-то пенка пошла. Регрупп должен был быть. То упал, все уже регрупп. В результате, почему Керама влетел сейчас, когда умер уже? А почему они начали нас атаковать, когда у нас 3 человека стояло? У нас вообще-то все уже стояли. Не пизди. Они пошли вперед, когда я вообще сидел. Ай, блин, ну вы договорились. Точка варвар. Ребят, если убили, встали в городе и ждем остальных. Другое дело. Растягиваем их, растягиваем. Ну да, их растянуть просто надо, нормально получается. Варвара заливать, он далеко пока от них. Ну и чё, они стоят возле этого? Угу. Проходим? Вообще, они встали в этом, в безопаске. Да. Они в безопаске стоят. Не все. Лук сверху стоит. Кесто пошел. Меркурий всё, может их, зайти их со спины, стоим, учтите. Стоим, 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 стоим. Ну, они сзади нас, ребят, разворачивайтесь. На 6 часов, ребят, на 6 часов. Пропустите вы его, меркурианец, пускай пройдет. Пускай проходит. Что-то идем немножко. Ну им дали коридор, что еще надо? Блин, не сзади. Ну чё, просто наверх. А чё они нападают-то сейчас? Мне такое чувство, у них часть вообще похуй не общается там. Походу. Они как? Чё там?
вообще непонятно. Так, все, встаем около города. Они пусть стоят около этого. Так что мы делаем, Саша? Пока собираемся все вместе. В беззоне, а то просто мы воюем. Пока в беззону, да, заходите. Впис так впис, я все подходу. Уйдите в беззону. Надо и этим объяснить то, что снова не взлетали после того, как резали. Я просто не пойму юмора, как мы воюем. Тоже они рясуются и снова же бегут. Идут. Разведка, варвар. Слева кто-то. Да это просто нереально. Да, вообще. Особенно 51 уровне. У них это лучница хорошая. Спасибо. Была точка, походу. Они что, на узле встают? Что? Они встают на узле и бегут на вас. Да. Ой, что-то пенка-то продолжается. А наши, кто встают, они нужны. Кто умер, блядь, падайте, ну, вставайте на узле и стойте. Вот, эта шизочка, она только вот недавно отбежала от угла. Да хуй с ними, все нормально. Я на самом деле удовлетворен результатом более назад, чем. Назад, ребят, все. Назад. Ты доволен? Я доволен вообще, потому что нормально. Их больше, они под бафами, и, блядь, счет 40-60 меня более чем устраивает. А где они все, блядь? А, вон стоят, блядь, все, вон. Защищаемся, блядь, я уже вижу их. Угу. Манго вижу. Угу. Колян, я смотрю, ты вообще, блядь, бессмертный, нахуй. Чё, вы? Блин. Бля, вот помог, нахуй. Ой, блядь, город нажал, ёбана жизнь. О, Олежа, красава. О, вообще отлично. Живем, ребята, живем, не умираем. Главное, долберу без слить, блядь. А он назад бежит, блядь, в город. А что, мы типа победили? Типа еще ничего не закончилось. Они все в город побежали, все в город побежали, все. Все, ребят, все назад, не догоняйте их, назад, к узлу. Так, Вайланд, надо тебе залить. Где же ты?